Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Лев. Это видеоэксперимент. Сейчас нахожусь в интересном месте, Пирогово, на берегу пруда. И хочу в этом видео рассказать о группе ВКонтакте, где можно купить или продать, или обменять свой земельный участок. И вот как раз об одном из таких предложений я хочу вам рассказать. Над чем хорошо это место, где я сейчас нахожусь? Участок находится на берегу Пироговского пруда, то есть есть свой выход на берег. Можно тут, в принципе, его обустроить для купания, что-то вроде небольшого пирса или причала. Можно здесь лодку держать, рыбачить, можно прикормить, соответственно, рыбу и иметь хороший улов. Также можно попробовать свой пруд здесь выкопать, в пределах своего участка, соответственно, и выращивать рыбу, то есть этим жить. Кому интересен такой вариант, в таком месте землю иметь, я ссылки оставлю в описании к этому видео. Присмотритесь, то есть предложение на самом деле интересное и по меркам, так скажем, Удмуртии. Ну, поскольку у нас моря нет, то у нас пруды, и иметь участок на берегу пруда — это, ну, все равно что считать свой курорт небольшой, вот такого местного уровня, так скажем. Значит, вариант 14 соток с возможностью расширения. На участке есть баня, достаточно свежая, только крышу немножко починить, и в принципе можно пользоваться. Земля, категория земель — это ИЖС, то есть самая подходящая для строительства, для жилья. Ну и рядом с городом это все находится, поэтому тоже можно сказать, как бы и деревня, но с другой стороны. Фактически в черте города она. Но при этом по документам это земли сельские, сельского поселения. Поэтому если здесь прописку иметь, то, соответственно, льготы по страховке на автомобиль и прочее. Все, что селянам, какие льготы предназначаются. Также больше шансов получить, например, грант от государства на открытие своего фермерского хозяйства. То есть те, кто прописан как раз-таки в сельской местности, имеют лично подсобное хозяйство. Ну что ж, спасибо за внимание, любопытствуйте, ссылку я, как и говорю, в описании я оставлю, посмотрите, ну и можете задавать свои вопросы, выходить на связь. Делитесь этим видео в социальных сетях, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!